На Малаховском озере в это снежное февральское утро на лыжи встали почти 400 человек. Дух здорового соперничества и, конечно, отличное настроение витали в воздухе. Наша съемочная группа тоже побывала на Люберецкой лыжне 2018. О самом масштабном в округе спортивном событии зимы расскажем прямо сейчас. Ну что, зима подготовила настоящий сюрприз для сегодняшних участников Люберецкой лыжни. Идет снег, настроение отличное и погода тоже. Давайте узнаем, с каким настроем сегодня пришли участники. Девчонки, привет, как ваше настроение? Супер, вообще, погода классная, тепло. На победу настроены? Конечно, настроены, придем первые. Вот так бодро и весело участники Люберецкой лыжни ждут начала забега. По традиции он разделен на несколько дистанций. Для самых маленьких это 500 метров. Любители пробегут километр, а профессионалы проверят свои силы на дистанции в 5 километров. Именно ее и выбрал Дмитрий Смирнов, хотя на вопрос о разряде и спортивных достижениях ответил скромно. Не, я любитель. Чисто на лыжах побегать захотелось с утра, интересно. Воздухом подышать, с народом пообщаться. Чего пожелаете себе и вашим соперникам? Побед. А вот для еще одного участника забега, главы округа Владимира Ружицкого, победа не главное. К этому вопросу он подходит философски. Участие – это уже победа. Поэтому я не ставлю целью победить, я ставлю задачу максимальное количество участников, ну и сам в том числе приму участие. Эта лыжня, как и предыдущие соревнования, традиционно посвящена памяти олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Алексея Прокуророва. И нашей съемочной группе повезло найти среди почти тысячи человек того, кто знал его лично. Приятный человек был такой, без таких звездных, без, ну, не кичил славой. Вот, очень простой, нормальный человек. Валентин Григорьевич Писарев, можно сказать, коллега Алексея Прокуророва. Участвовал во многих соревнованиях, имеет первый разряд по бегу на лыжах. Но после недавнего инсульта это занятие пришлось оставить. Зато свою любовь к зимнему виду спорта Валентин Григорьевич передал своей правнучке Соне. Сегодня он болеет за нее. А вот девочка перед забегом совсем не волнуется. Соня катается на лыжах уже 6 лет, большую часть своей жизни. И, кажется, даже не удивляется, когда приходит на старт первой. Это очень легко, нужно сильно оттолкнуться руками, тогда можно стать первой. Победители соревнований получили медали и кубки. Остальные участники – памятные грамоты «Люберецкая лыжня 2018». Мария Лапчева, Никита Скраган, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.